Такэси Маэда показывает фотографию своего самолета, с которого он 70 лет назад сбрасывал торпеды на американские корабли в Пёрл-Харборе. Снимок, случайно сделанный в то утро американским фотографом, когда самолеты первого эшелона уже покидали бухту, он привез с Гавайев 15 лет назад, узнав свой торпедоносец по бортовому номеру. Во время налета у меня не было каких-то особенных мыслей. Я был сконцентрирован на том, чтобы точно сбросить торпеды. Моей целью был новейший американский линкор «Вест-Вирджиния». По тем временам одно из лучших боевых судов. Маэда-сан говорит, уже тогда он понимал, что Япония не сможет выиграть войну на Тихом океане, но у нее не было другого выбора. 7 декабря здесь располагались основные силы Тихоокеанского флота США, если не считать двух авианосцев, которые, к разочарованию императорской армии, были далеко от острова Оаху. И это, кстати, помогло американцам переломить ход войны. Когда самолеты первого эшелона приблизились к Пёрл-Харбору, над бухтой рассеялись облака, и японцы увидели военные суда, стоявшие на якоре. Атака на Пёрл-Харбор была спланирована с ювелирной точностью. Ударная группировка императорского флота в составе 6 авианосцев в обстановке полной секретности смогла пересечь океан и за 2 часа обеспечить себе господство в море, уничтожив более 350 американских самолетов и свыше 20 судов, включая все 8 линкоров. «День позора» – так назвал президент Рузвельт 7 декабря 41-го. Историки до сих пор спорят, действительно ли эта атака была внезапной для Вашингтона, или администрация США сама спровоцировала Японию, чтобы использовать это как повод для вступления во Вторую мировую войну. Этим гавайским приветствием здесь встречают гостей. В мемориальном парке в бухте Пёрл-Харбора собираются ветераны. Самым молодым сейчас под 90. 70-летний юбилей налета на Жемчужную бухту – редкий шанс пообщаться с теми, кто был здесь 7 декабря 41 года. Мел Миддлсворт, в то утро он находился на борту тяжелого крейсера «Сан-Франциско», говорит, что это его любимая фотография, потому что он лично знаком со всеми, кто здесь запечатлен. На ней тот самый линкор «Вест-Вирджиния», атакованный в числе первых. Тогда я был на дежурстве. Увидев первые взрывы на острове Форт, я еще подумал, что эти сумасшедшие матросы там вытворяют в воскресенье утром. Их учения выглядят очень реалистично. Когда я поднялся в самолетный ангар, то увидел японские торпедоносцы в 40-50 футах от меня. Пулеметчик на хвосте целился и стрелял прямо в нас. Основной задачей японской авиации было вывести из строя линейный флот США. Она была выполнена в первые 30 минут налета. Линкор «Аризона», главный символ Дня Бесславия, так и лежит на дне Пёрл-Харбора, на том месте, где он был потоплен 70 лет назад. Над водой видны только части надстройки. Этому кораблю не повезло больше всех. 800-килограммовая бомба попала в носовой погреб с боеприпасами. Взрыв чудовищной силы подбросил корабль вверх, после чего он начал тонуть. Погибших на «Аризоне» более 1100 человек. Это половина всех жертв атаки на Пёрл-Харбор. Японскую операцию против базы США на Гавайях называют победой, предопределившей позорное поражение. Война на Тихом океане закончилась подписанием акта о безоговорочной капитуляции на борту линкора «Миссури», пришвартованного здесь же, в Пёрл-Харборе, на том самом месте, где она началась ровно 70 лет назад. Сергей Мингажев, Алексей Печко, «Вести», Токио, Пёрл-Харбор, Гавайи.